В понедельник, 3 октября, в областном дворце бракосочетания в Твери заключили браки 26 мобилизованных защитников Отечества. Граждане смогли зарегистрировать отношения в ускоренном порядке. Подробности далее. В Тверской области граждане, призванные вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, могут зарегистрировать отношения в ускоренном порядке в день подачи заявления. Для этого необходимо наличие повестки и паспортов молодоженов, числе новобрачных Олеся и Станислав Кожакины. Мы заранее планировали, но так сложилась ситуация, что пришла повестка, поэтому приходится делать экстренно. Мы еще, говорю, вернемся домой и еще отпразднуем более торжественной обстановки. С момента объявления начала мобилизации в ускоренном порядке ежедневно оформляют свои отношения десятки пар. Как рассказали специалисты Дворца бракосочетаний, в этом году была красивая дата 22.02.2022. И в этот день было зарегистрировано 50 пар. Столько же брачующихся расписались в ЗАГСе в первый день с момента объявления о частичной мобилизации. Сегодня у вас незабываемое событие. Регистрация вашего брака. День, который вы так долго ждали. День, который вы запомните и будете вспоминать всю жизнь. Потому что его по праву можно считать днем рождения вашей семьи. Напомним, что в регионе граждане, призванные вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, размещены и проходят обучение в сборных пунктах в Твери. Особое внимание уделяется соблюдению требований к категориям призываемых лиц. Работает региональная медицинская комиссия.